Их профессия – помогать людям, попавшим в беду, одиноким и просто нуждающимся в помощи. В Видновском ДК поздравили с профессиональным праздником социальных работников. 318 лет назад, 8 июня, Петр I подписал указ, положивший начало созданию государственной системы социальной защиты в нашей стране. С тех пор многое изменилось, но социальный работник по-прежнему уважаемая и очень востребованная профессия. Хотел бы выразить слова искренней благодарности всем вам за этот нелегкий, но такой необходимый всем нам и нашему обществу труд, за то внимание, за преданность своей профессии, за то, что вы чутко и внимательно подходите к любым нуждам, просьбам, чаяниям наших людей, наших жителей. Хочется пожелать больших душевных сил, почаще отдыхать, бывать с семьей, что бывает редко, ну и, конечно, продолжать свое служение. На самом деле нужное, на самом деле доброе. Всех коллег хотелось бы поздравить с профессиональным праздником, пожелать им доброты, мира и, самое главное, здоровья вам и вашим близким. В нашем муниципалитете в сфере социального обслуживания трудится около 650 человек. Благодаря всем этим людям различную помощь получают примерно 80 тысяч жителей Ленинского района. Это довольно тяжелая работа, которая каждому не под силу. Социальные работники наши должны обладать прежде всего любовью к людям, а также и милосердием. Это, наверное, самые главные качества, которые важны для нас при приеме сотрудников на работу и при дальнейшем осуществлении нашей деятельности. Многие из социальных работников в этот день были награждены памятными подарками и грамотами. Среди них Светлана Смурьянинова, которая уже 7 лет помогает людям на дому. Говорит, в профессию пришла из-за мамы. Когда у нее случился инсульт, Светлана взяла всю заботу о близком человеке на себя. А после того, как мама не стала, поняла, что хочет дарить свою заботу и внимание пожилым одиноким людям. Бывает тяжело, но хочется людям оказать помощь, поддержать их, чтобы они не были одиноки, чтобы они как-то чувствовали, что они не одни. Инструктор по труду Ирина Шкарупеева работает в социальной сфере уже 4 года. За это время подопечные из Филимонковского детского дома-интерната стали ее семьей. Я учу детей лепить из глины. Вот. И когда они ко мне приходят на занятия, они вот эту вот глину мнут и изливают свою душу. Между работой мы с ними общаемся. И я каждого вот узнаю и помогаю, да, помочь в каких-то проблемах, да, может быть, у ребенка есть. Или просто общаюсь, потому что общение – это все-таки очень важно. Слова благодарности виновникам торжества сменяли музыкальные и танцевальные номера. Праздник получился очень светлым, добрым и музыкальным. Екатерина Борисова, Александр Войников, Ольга Садовская. Видное ТВ.